6 октября в физкультурно-оздоровительном центре «Полесье-Арена» стартовал популярнейший мини-футбольный турнир, который каждое воскресенье 5 захватывающими матчами будет радовать спортивных болельщиков. Первый поединок и сразу битва гигантов, встреча победителя и серебряного призера Лиги «Полесье» 2023-2024 Житковичского мелиоратора и команды совхоза-комбината «Заря». Встреча, как и ожидалось, прошла в захватывающей борьбе. В начале матч вела «Заря», которая, как казалось, держала все игровые нити в своих руках, но по ходу матча победный Виктор изменил свое направление и, догнав оппонента, выйдя вперед, мелиоратор в результате 40 минут захватывающего мини-футбола оказался победителем 5-3. Таков итог стартового поединка Лиги «Полесье» 2024-2025. Задача перед сезоном стоит попытаться выиграть третье чемпионство. Вот. Что по сегодняшней игре хочу сказать. Команда «Заря» хороший соперник, сильный соперник. Я думаю, что уровень любительского футбола у нас в районе вырос. И теперь нету таких команд, с которыми будет играть легко. Хочу поблагодарить свою команду. Все молодцы. Поблагодарить команду соперника. Оказали достойное сопротивление. Хороший получился матч. Я думаю, и болельщикам понравилось. И всем нам. Отметьте другие результаты тура: «Пандора Альянс» 2-6, «Легенда Корона Мебель» 9-6, «Грузовит Ангел» 2-5, «Олд Скул МСити» 2-4. Скажем, что не глядя на чувствительное поражение, «Заря» не падает духом. Зная характер руководителя этой дружины Антона Анатольевича Васюка, можно не сомневаться, выводы будут сделаны, и уже в следующем поединке эта команда покажет себя во всей красе. В первую очередь хотелось бы всех поздравить с началом 6-го сезона Лиги «Полесье». Это замечательный турнир, который полюбился зрителям, горожанам нашим. «Заря» вышла на новый сезон немножко обновленная, поэтому от игры к игре я уверен, что мы будем прибавлять. Достойный, хороший лидер был сразу же в первом же туре. Я думаю, что мы в первую очередь для зрителей закатили хорошую игру. С первой игры сразу судить о каком-то дальнейшем результате или в общем не буду. Турнир, по ходу, все покажет, расставит на свои места. Следующий второй тур в воскресенье 13 октября. Тогда в 5 часов вечера встретятся «Ангел» и «Мелиоратор». Часом позже свой поединок начнут «Альянс» и «Грузовит». В 7 часов вечера прозвучит стартовый свисток судей встречи «МСити Легенда». В 20:00 сойдутся «Пандора» и «Олд Скул». А в 9 часов вечера закроется тур встречи команд «Заря» и «Корона Мебель».